Яркие эмоции, живая энергетика и море незабываемых впечатлений. В Звенигороде состоялся благотворительный концерт для военнослужащих и их семей. В зале Звенигородского санатория яблоку негде упасть. Зрители подпевают и спешат запечатлеть праздник на память. На сцене хиты от известных артистов и выступления юных дарований. Концерт организовали в целях поддержки российской армии, патриотического, духовного и нравственного воспитания молодежи. Отвлечься от нелегкой службы, решения серьезных задач и просто отдохнуть душой военным помогли настоящие профессионалы эстрадного искусства. Я хочу, знаете, вас спросить, а у вас был какой-нибудь курортный роман когда-нибудь, а? Вы? Эта песня как раз об этом. Поехали. Серьезным людям надо... Тоже иногда эмоциональную встряску и позитив. Самое главное – позитив и отличное настроение подарить. Все-таки они же, когда люди серьезные, им же тоже хочется немножечко иногда расслабиться. Изюминкой мероприятия стало выступление известной певицы Азизы. Исполнительница срывала овации каждым номером. Выступление перед военными для Азизы – дело привычное и любимое. Еще в начале своей карьеры 17-летняя певица в составе ансамбля «Садо» не раз с концертами выступала в Афганистане и Чеченской республике. Признается, что бравые защитники нашей Родины – публика особенная и благодарная. Для такой публики, которая умеет, я говорю, слушать и слышать не просто как поет, а о чем поет артист, когда они смотрят и ловят каждое твое движение, каждое дыхание, и так ощущение, что они даже слышат стук твоего сердца, то это особая публика. Это люди, которые жизнь знают не понаслышке. Организатором мероприятия выступило отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области при поддержке благотворительного фонда Дмитрия Нагиева. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».